Ну что скажешь? Будешь моим вице-президентом. Решайся, ты мне нужен? Ну, Джордж, я возглавляю большую корпорацию. Я был министром обороны, главой администрации Белого дома. А вице-президент – это, в общем, должность символическая. Ага. Однако, если мы придем к иному пониманию, я мог бы взять на себя рутинные дела. Контроль госаппарата, армии, энергетики и внешней политики. Ну да, мне нравится. Пока у тебя в руках власть, ее будут пытаться отнять. Ты стал еще жестче, чем раньше. Но мы договорились или как? По рукам? Я полагаю, мы с тобой сработаемся. Добро! Власть.